Столица Великобритании оказалась в огне. В Лондоне повторили великий пожар 1666 года, правда, в уменьшенном варианте. Затем, как в огне исчезает 120-метровая копия Лондона, наблюдали тысячи зрителей. Устроить такое грандиозное пожарище решили в честь знаменательной даты. Со дня катастрофы прошло 350 лет. Тогда 70 из 80 тысяч жителей лишились крыши над головой. Сколько человек погибло, посчитать так и не получилось. Жертв было слишком много. Даже похоронить их отдельно было бы проблематично. Поэтому власти Лондона пошли на массовую кремацию с разрешения церкви.